Всем привет, друзья! А у меня для вас новогодний подарок. Астрологический прогноз для каждого знака зодиака. Итак, начнем с крыски. В целом, у крыски хороший год, потому что в ее сектор прилетает хорошая звезда восьмерка. Однако, следует учитывать, что восьмерка уже теряет свою силу, и в ней появляется энергия болезни. Это означает, что крыске весь год необходимо очень внимательным образом следить за своим здоровьем. Также почему хороший год? Потому что дракон – это союзник крысы, а также в ее секторе есть звезда генерала, которая всегда поддержит крыску во всех ее начинаниях. Ну что, вам нравится такой прогноз на год? Я считаю, что это очень хорошее начало. Удачи, крыски!